итоге все будет определяться с товарищем Си. И, конечно, вектор китаизации, который многократно мы с вами в наших беседах обсуждали, он, как говорится, у нас с вами на марше. Ну, в этом же русле, конечно, выглядит очень комично, что все китайские автомобили под названием «Москвич», а напомню, что это обычный автомобиль «Джаб», были отозваны все 86, потому что русификация прошла неправильно. Это, знаете, вот какое-то, знаете, вот совпадение не случайно. И цена на такой «Москвич»? Как вы помните, обещали 1 600 000, но фактически он продается за 2 миллиона без 30 рублей.